на башне крыша. Ага. А потом... Готово. Случилось землетрясение, и замок развалился. Баба! Ух ты! Землетрясение! А потом, это... налетел ураган и все обломки раскидал по округе. Здорово. Слушай, а теперь давай во что-нибудь другое поиграем. А во что, а? О, Коксик, а давай в это, в подводную лодку, а? Давай. А как? Как? О, придумал. Залезем за диван и будем оттуда в трубочку глядеть, как будто это перископ. Здорово! Ага. Подожди, Коксик, подожди. Что? Так это, надо же строительство убрать. Вот, да вот ладно, это. Да потом уберем. Так, ну, потом забудем. Не, ничего не забудем. О, знаешь, что я придумал? Вот тут есть красная, никому не нужная тряпочка. Так я оторву от нее кусочек и завяжу узелочек. Узелок? Узелок на подводной лодке? Да нет, я не про лодку. Я говорю про то, как не забыть, потом порядок навести. Вот, смотри. Ух ты, как здорово придумал, а? Ну да, мысль-то работает. Узелок — это нам такой сигнал. Надо вот тут навести порядок. Ну, теперь я спокоен. Айда в подводную лодку. А, пошли. Пошли. Так. А теперь задраить все люки. Объявляется погружение. Ваня? Ага. Кораблики запускать? Ну да, пока Шуни нет. А то она все время ворчит, когда я в ванне кораблики играю. Ей не нравится, что брызги кругом. Отличная идея. Ну что, идем, да? Идем. А, Кокси, Кокси, а что? Постой. У тебя еще узелок остался? Сейчас, в кармашке тут еще есть. Вот. О, правильно, клади его сюда. Пойдем. Пойдем. Зубок! Коксик! Встречайте нас! Мы пришли! Да, много интересного принесли. Угу. Ой, что это тут, а? Да, кажется, нас здесь тоже много чего интересного ждет. Ой, а это что за красные бантики? А-а. Это, наверное, какие-то знаки? Шунь, ну какие знаки? Ну, их оставили для нас Коксик и Зубок. Вдруг с ними что-нибудь случилось, и они смогли оставить нам только эти узелки. Шуня, ну что может с ними случиться? Не знаю, но похоже, тут было что-то ужасное. То ли сражение с разбойниками, то ли стихийное бедствие. Точно, и я знаю, как называется это стихийное бедствие. Как? Зубок и Коксик. Ты думаешь, это они все сами сделали? Одни? А вот это мы сейчас и узнаем. Кажется, они идут. Ой, отлично поиграли. Ой, о, привет! Ага, вы что, уже вернулись? А? Здравствуйте, здравствуйте. А как дела? Да у нас-то все в порядке, а вот у вас? Не, у нас тоже все прекрасно. Мы чудесно отдохнули. Да, отлично провели время. Да, можете не рассказывать. Мы знаем, что вы отлично провели время. Да, вы же знаете. Да, так это видно невооруженным глазом. Мы только не поняли, что это за красные тряпочки. Ага, вот это? Это узелки на память. Да, это Коксик придумал. Да. Гениально, по-моему. Это такие напоминалки, где навести это порядок. Да уж, гениальней некуда. Ой. А по-моему, это и без напоминалок видно. А мы принесли такую интересную игру. Я думала, мы еще сегодня поиграть успеем. Так мы это сейчас все быстренько приберем. По всем узелкам пройдемся, везде порядок наведем. Коксик, Коксик, по-моему, их слишком много. Чего много? Узелков много. Да, многовато. Ну, зато прекрасно провели время. А вот если бы сразу все за собой убрали, то... Да, то успели бы поиграть. Да... Не рассчитали мы, увлеклись. Да.
Ну что вы встали как вкопанные? А что? Видите узелки? Видим. Ну так начинайте уборку, а мы вам поможем. Что? Правда поможете? Ура! Но в последний раз. А вот этот узелок я повешу на самое видное место. Это зачем? Пусть напоминает вам, что за собой убирать надо все сразу, а не откладывать на потом. Понятно. Понятно? Да. Молодцы. Ну, а теперь пришло время прощаться с ребятами. Ага. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего доброго. Ангела вам, хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи доброй вам ночи.